Это будет хумпа. Танец такой. Тум-пс-тум-пс-тум. Две четверти. И шуметь можно. Называется «Деревянная песня». Я привнес в эту песню очень много своего. То есть все слова правильны, за исключением пород деревьев. В оригинале ни одного порода дерева не было описано, было только хирси, что значит древесина. Я сделал из этого песню, которая называется «Деревянная песня». Я провожу. Итак, хумпа, бренчать можно. Конец тут нашей песни, конец еловой.